Всем привет, друзья! Вы на канале Sky Top Games, и это ролик-гайд по новому микропатчу в The Isle of Rima. Его название — рвотная болезнь. Собственно, начнем с того, что изменилось и как это работает. А потом с подписчиком Терексом, который решил мне помочь в съемках, покажем. В этом обновлении переработана механика рвоты и добавлена болезнь от инфицирующего укуса цератозавра. Рвота теперь вызывает эффект рвотной болезни. Также после того, как вашего динозавра вырывает. Раньше после тошноты ваш динозавр стопорился. Сейчас это переработано, и после анимации вырывания вы просто замедляетесь. У вас появляется ограниченность на бег и атаки. Среднее время анимации рвоты около 3 секунд. Но у каждого динозавра свой определенный промежуток. Главное, запомни, существует большая вероятность рвоты во время еды или глотания пищи, пока на вас действует эффект тошноты. Любая другая рвотная болезнь, возникшая после восстановления и до него, во время болезни, приведет к увеличению продолжительности рвотной болезни. Как это лечить? Болезнь проходит через 5 минут, либо найти соль и съесть ее. Да, кстати, вот вам такая вот таблица. Спасибо ютуберу Куга за нее. Ну а теперь взглянем, как это работает. Надеюсь, что объяснил и показал. Кому-то будет полезно. Заходите, играйте в Эврима, проверяйте, пишите комментарии.